Печальные новости IT. Знаменитый казахский планшет спешно покидает рынок. Для местных журналистов скандал вокруг Актауского завода по производству планшетников – это целый информационный клондайк. Сейчас дверь завода распечатана, там никакая работа не ведется. Идет суд, судя там пустующим там офисом, это видно, что там ничего не производился и никто не работал. Этот самый завод 2 года назад одним легким нажатием кнопки в прямом эфире открыл отец казахской индустриальной революции Нурсултан Назарбаев. В год высокотехнологичное предприятие обещало мировому рынку до 150 тысяч единиц чудо-техники, планшеты, мониторы, телевизоры. Актауским инноваторам выделили более 500 миллионов тенге на это дело. Новаторы производства рассудили здраво. Зачем изобретать планшет, если его можно купить у китайцев, разобрать и устраивать показательные сборки проверяющим чиновникам? Айтишник Нурлан Жанай не против такого бизнеса. Он осуждает методы работы. Допустим, что в Казахстане выпустили планшет на 100 тысяч тенге и на такую же сумму выпустили планшет Samsung или Apple. Конечно, мы все равно купим планшет Samsung или Apple. Я не хочу из ложных патриотических чувств покупать некачественный товар. Кажется, совсем недавно главный идеолог постиндустриального Казахстана Нурсултан Назарбаев вдруг прозрел. Индустриальная революция идет 4-й год, но пора бы уже остановиться, сказал президент, и спросить себя, что строить и что развивать в Казахстане.